Здравствуйте! Вас приветствует супермаркет Семен и наш сюжет «Антифейк. Стоп! Подделка». Мы пишем свои сюжеты специально для вас, чтобы вы знали, как выглядят настоящие упаковки с семенами и, конечно же, как должны выглядеть настоящие семена различных производителей. Сегодня я расскажу вам об оригинальной упаковке редиса Экспо французской компании «Вилмарин». Они упакованы в банку, которая защищает семена от влаги, от повреждений, от солнечных лучей. Упаковка полностью герметична. На упаковке размещена информация: логотип компании, название культуры на латыни, название гибридов Экспо F1, штрих-код, количество семян в упаковке 25 тысяч семян, размер семечек, они калиброванные, масса 1000 семян, дальше, обработаны семена или нет, номер лота, адрес дистрибьютора в Украине. На обратной стороне меры предосторожности о том, как необходимо использовать семена. Я сейчас открою банку с семенами, и мы посмотрим, как выглядят семена редиса Экспо компании Вилмарин. Как мы видим, семена обработаны, окрашены в зеленый цвет. Семена, естественно, без повреждений, красивые, ровные, аккуратные. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.